Вылазь, сука! Пидорас, вылазь! Выползаешь аккуратно лицом ко мне! Быстро, сука! Если не будешь ничего делать, бля, выйди живым, понял меня? Все, бля, я тебя на тот свет отправлю, ясно? Я говорил, быстро двигайся. Будешь, блядь, медлить, нахуй, я тебя пришью, блядь. Я ебал, сука, тоже здесь лежать. Ебашим. Все, погнал. Малюк, максимально швык. Пидор тоже там? Все, парни, давай, нахуй, не ссы, все будет заебись, блядь. Через поле ліворуч від БМП, як прийняв. Хуйня осталась, вот там наши пацаны, давай. Пошел. Смотри, блядь, раненый где уже, блядь, находится. А ты, блядь, тащится. Так у него, блядь, рука и колени прохуярен. Бы хотел тебя убить, нахуй, я убил бы тебя там же. Но так как ты обоссанный вылазишь, ну, блядь. Я все-таки, блядь, воин чести, нахуй. Убить тебя, блядь, не дает никакого, нахуй, преимущества, правильно? Если, нахуй, ты в плотном бою умираешь, тогда ты воин, а так ты, нахуй, это хуета все. Потому что вы, сука, сколько кентов мы их убили, это пизда просто. Все, кто, блядь, русский, любой, который взял оружие, блядь, я считаю, что он убил моего товарища, друга, нахуй, брата, похую, блядь. Вот за что ты приехал воевать, скажи вот так, попросту. За что? Заставили? Да ты пиздишь, нахуй, вы все одни и то же говорите, блядь. Ну как вас могут заставить? Вот я пришел, блядь, добровольно, нахуй. Когда вы ворвались, блядь, в мою страну, я пришел добровольно, блядь. Ну как можно заставить человека? Тихо. А пленный, да?